Всех, ребят, 16 сентября 2023 год. Итак, мы с вами в Черном море. Все-таки на другой я пляж переместился, соседний от лагуны. Вот здесь и водичка почище, и людей поменьше, правда. Дно не совсем удобное, тут такие камушки. Вот, но зато вода самая чистая. Из всех пляжей, которые я сегодня обошел, самая чистая. Везде столько водорослей, волны понаносили. А здесь прям чистота, чистота. И здесь, кстати, очень прикольно с маской нырять. Вода чистая, камни, ну и много плавает всяких рыбок. Здесь, кстати говоря, даже могут быть крабики где-то на камнях мотаться. Вот. Такая вот обстановочка сегодня в Черном море. Температура воды просто опупенная, ребята. Это даже лучше, чем он когда было август месяц, когда стояла жара нереальная. И, значит... Ну, была такая прям теплая-теплая вода, как моча какая-то. Было не очень комфортно купаться, потому что ты понимаешь, что при такой температуре всякие микробы и микроорганизмы размножаются просто со скоростью звука. Вот. А с такой водичкой бояться не о чем. Она такая прохладненькая, солененькая, освежающая. Вообще просто супер. Купаешься и наслаждаешься. Сейчас тем более солнечные дни еще у нас держатся. Погода на улице еще жаркая. Соответственно, не замерзнешь. Вот, а водичка освежает вообще просто супер. Смотрите, какое море сегодня классное. Волны. Вода чистейшая просто, я не знаю. Ну, вам видно, да? Вы видите, насколько чистая вода. Короче, обалденно. Удовольствие выше крыши. Ладненько, буду дальше купаться. Не буду с вами болтать. Пойду купаться.